Всем привет! Сегодня я вам расскажу о самой маленькой надписи в мире. Вот как можно додуматься до того, чтобы написать на острие лезвия бритвы предложение таким маленьким текстом, чтоб его нельзя было разглядеть человеческим взглядом, а только в 400-кратный микроскоп. Такой своеобразный рекорд установил житель Великобритании Грэм Шорт и потратил на эту затею больше, чем полгода. При этом лезвия портились одно за другим. Шокирует то, как именно было написано предложение. Ничего невозможного, это было написано на английском языке. Британец минимизировал неудачи изощренным способом. К стулу привязывалась рука для исключения нежелательных движений. И работал только в ночное время, потому что тогда было минимальное воздействие от уличного движения. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. В позапрошлом выпуске я говорил о самом длинном автомобиле в мире. Ссылочку оставлю в описании. Всем пока!